Самая главная большая проблема – это наши дороги. Сколько бы мы ни меняли систему штрафов, мы не меняли правила, это полная чушь, потому что наши дороги средневековые по сравнению с европейскими. Я езжу очень много там, и я точно могу сказать, это абсурд. Давайте сначала сделаем качественные дороги, и безопасность появится сама. Потому что дорога должна быть безопасной, развязки должны быть безопасными. И тогда мы имеем право воспитывать водителей и делать передвижение от автотранспортных средств по трассам безопасным. Начинать надо с этого, а не с того, что тут же искать виновных, кого-то где-то наказывать. Поищите строительство, мы все едем по этим дорогам.